К другим новостям. В Люберцах решат, каким будет городской округ. Жителям предложили выбрать общественные пространства, которые будут благоустроены в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда». Голосование пройдет 18 марта. В этом году жители всех регионов России смогут сами принять решение, как будет благоустроен их родной город. Это стало обязательным условием для реализации проекта «Комфортная городская среда». От Люберец в список вошли 4 общественные территории. Это Центральный парк, сквер в городке Б, а также проспект Победы и пешеходная зона на улице Звуковая. Каждый сможет проголосовать за 2 объекта из списка. 10 и 11 марта можно подробнее узнать о голосовании по адресам, указанным на экране. Само голосование за благоустройство пройдет 18 марта, в день президентских выборов на всех избирательных участках. Победившие территории начнут благоустраивать уже в этом году. Даниил Михайлов, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.